Всем привет, уважаемые гости и подписчики моего канала. Итак, сегодня у нас обзор прошивки MIUI 10 Global 8726 на телефоне Xiaomi Redmi 5. Итак, как мы видим, обновление пришло. Стояло у нас 8719. Смотрим обновление 8726, размер 141 метр. Значит, описание, оптимизация системы, фиксы багов. Ну, включаем загрузить, и пошла загрузка. Так, ребят, обновление прошло, заняло это несколько минут, как обычно вы знаете. И смотрим, что же у нас теперь тут получается. Где тут у нас? Так, значит, о телефоне. Значит, MIUI 10 Global 8726 Beta, 63-я прошивка модуля связи. Вот, ну, и что, давайте посмотрим, что у нас тут. Значит, у нас были проблемы в шторке уведомлений, шрифты, вот, посмотрите теперь, как красиво выглядит, здесь поменяли. Дальше, у нас были проблемы с камерой. Ну, не то чтобы проблемы, да. Посмотрим. Посмотрим, какие режимы здесь появились. Режимов не добавилось. На ноуте 5 был режим 1080 на 60 FPS. Его убрали. 4К не добавилось. И подписчики уже сообщают мне, что в Redmi Note, в Redmi 5 Plus режим 4К появился. Здесь нету его. Видите? Но здесь, наверное, его и не будет. Я так думаю. Так, что еще? Что еще? Ну, плавность работы, как бы сложности ничего не вызывала. Все остальное вроде бы как работало все хорошо. Погода, как мы видим, да, красивая стала. Безопасность. Изменился дизайн. Вот. Ну, наверное, пожалуй, все. Вот видите теперь, какая анимация на очистке. Кстати, звук, вот сейчас пишу как раз на Redmi 5, да, вот звук, можете тоже оценить, как работает микрофон. Думаю, что будет работать не очень. Так, на этом все, ребятки, не забываем подписываться на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на тему прошивок. Всем удачи, всем спасибо, пока-пока. Love is here.